Здравствуйте. Помидоры кончились, а перец остался. Что делать? Решил придумать рецепт из перца. Не знаю, правда, как его назвать. Перец в перце или перец, собственно, в соку. Что для этого необходимо? Так. Зеленый перец. 3 килограмма чищенный. Красный перец. 3 килограмма чищенный. Песок. 300 грамм. Соли 50 грамм, подсолнечного масла 250 грамм, уксуса 5 столовых ложек, чеснока 100 грамм. Так, пожалуйста, готовый продукт. Что начинаем делать? Берем соковыжималку, именно соковыжималку, а не мясорубку. Первый раз я делал с мясорубку, так намучился, так что сразу предлагаю соковыжималку. Одна минута и готово. Зеленый перец пропускаем через соковыжималку. Сок и жмых отправляем в кастрюлю. Ставим на медленный огонь. Это очень важно, потому что первый раз у меня пригорело. Будьте осторожны, не торопите события. Ставьте на медленный огонь и ждите, когда закипит. Через 20 минут кладем соль. Размешали, начинаем класть перец. Перец режем крупно. 3 на 4, 4 на 4, 4 на 5, 5 на 6. То есть крупными кусками. Кладем кастрюлю. После закипания 20 минут. Кладем песок. После песка масло. После масла чеснок. После чеснока уксус. Так, думаю, всем понятно. 3 килограмма, 3 килограмма, 250, 50, 250. 5 столовых ложек. Чеснока 100 грамм. Чищенного, конечно. Песок сахарный. Не речной. Итак, товарищи, соковыжималка, кастрюля, банки заранее должны быть готовы. Ну, у меня пол-литровые кончились, я вот закатал 1,5-литровые. Ну, конечно, удобнее пол-литровые. У кого есть, лучше пол-литровые. Открыл, съел. Сразу предупреждаю, что данная заготовка значительно вкуснее, чем лечо. Поэтому попробуйте, если у кого остался перец. Итак, все рассказал. До свидания. Пользуйтесь. Пока.